Здравствуйте, друзья Садового экспресса. Мы на даче. Весна, птички поют. У нас цветут нарциссы, хотя начало мая. Где-то в южных регионах они уже цвели, они завыли. А у нас на Урале они только начали цвести. И вот показываю вам свой нарцисс с расщепленной коронкой. Этот вид или группа нарциссов очень еще редкая. Мы знаем, что нарциссы подразделяются на 12 групп. И нарцисс с расщепленной коронкой еще редкий. Посмотрите, коронка как бы расчлененная или расщепленная называется. И каждая часть коронки прижата к лепестку своему. Сам лепесток белоснежный, а коронка нежно-нежно желтенькая, более густой окраской по краю и как бы гофрированная расщепленная короночка и прижата эта расщепленная короночка каждая часть к своему лепесточку. Вот такое чудо. Купила я их позапрошлом году. В прошлом году эти три луковища нарциссы первый раз зацвели, а в этом году вместо трех уже появилось у меня 6 нарциссов. Они такие прочные, цветоносы, большие листья. Видно, что цветы сортовые. И вот так они цветут у меня под дикой яблонькой в саду. Я хотела вам показать это чудо природы, расщепленные нарциссы, красавцы. И чтобы вы полюбовались. А сам-то цветочек крупный. Посмотрите, почти что 6,5 сантиметров до 7 сантиметров. Спасибо вам, что были со мной на канале Садовый экспресс. И до новых встреч!